К середине 21 века количество человек с сердечной аритмией увеличится вдвое. Такие прогнозы дают специалисты. Республиканская научно-практическая конференция с международным участием Гродно проходит впервые. Ученые и врачи из Беларуси, Германии, Польши, Украины, России и Сербии собрались в Гродненском медуниверситете для обмена опытом и взаимного обогащения идеями и знаниями в области кардиологии. Гродно сегодня позиционируется как один из ведущих центров Беларуси по кардиологии и кардиохирургии. Это один из таких крупных центров Беларуси. Можно говорить о Минске, можно говорить о Гомеле. Сегодня мы говорим о Гродно. И в Гродно есть аппаратура, которая способна радикально лечить ряд разновидностей нарушений ритма. Причин возникновения аритмии множество, начиная от генетической предрасположенности и заканчивая факторами внешней среды. Среди самых распространенных – алкоголь и курение. Современная аритмология в стране и в нашем городе, в частности, развивается интенсивно. В Гродненском областном кардиологическом центре есть оборудование, которое позволяет излечить человека от аритмии радикально, то есть болезнь ликвидируется на 100%, и пациент забывает о ней навсегда. Но случаи бывают разные. Врачи утверждают, очень важно знать причину возникновения аритмии. Необходимо грамотно анализировать особенности ее развития, и тогда становится ясно, каким образом заболевание лучше устранить. Когда лечим пневмонию, человек прошел курс лечения, излечился, и заболевания нет. При наличии аритмии такого добиться бывает сложно, поэтому нам на помощь приходят методы радиочастотной абляции или, допустим, имплантация электрокардиостимулятора или какая-то другая возможность техническая появляется помочь человеку. В Гродно формируется школа аритмологов. Виктор Снежицкий – один из ее представителей. Завтра участники конференции посетят операционные Гродненского областного клинического кардиологического центра. Ведущие врачи разных стран мира смогут в режиме онлайн увидеть, как проходит процесс установки искусственного водителя ритма сердца в одной из клиник Амстердама. Кардиолог из Голландии, чей опыт работы в этом направлении и будет транслироваться по большому экрану, выпускник Гродненского медуниверситета. Алла Внучко, Анатолий Бояринцев, новости Гродно+.